тормози, доставай стаканы! Опа! Алло, касса! Марина еще хочет команда куда телегу! Возьми трубку! Мама запрещала мне пить водку, теперь я бухаю с клёвыми пацанами! Я полностью голая! Болит только дело, в голову берет! И с тобой не лезет, вся душа поет! Привет, ребята, как дела? Как бодрость духа? Прошла неделя, блядь, и мы снова с вами. Хотелось бы сказать мы, но я сегодня один, потому что Веласкес тут чуть-чуть занят. И я нахожусь по один в угаре, поэтому, короче, сегодня вы можете задавать мне любые вопросы, спрашивать любые темы, короче, и разговаривать будем сегодня на любые темы, если какие захотите. Пишите мне Ваську 3936543601, 3936543601. Пишите в чат, лучше пишите в чат, потому что там более кутежнее, короче, общаться. А то тут один человек слушает, то никто ничего не пишет, и там не умирайте. Ну, короче, вот, я нахожусь уже в угаре, так немножко трезвый, но все равно в угаре, короче, потому что я дико совершил поездку в город Киров, и много сейчас вам расскажу об этом. Вот, давайте, короче, пока вы подтягиваетесь к своим приемникам и компьютерам, аськам и прочему, прочей электроники, я вам какое-нибудь музло еще поставлю, потому что что-то народу вообще мало там. Давайте подтягиваемся, слушаем и находимся в чате кутежи, так же, как и я. Пишем мне вопросы жизненные, можете там какие-нибудь социальные, и в душе не ебу, короче, давайте пишите там что-нибудь, да и задавайте вопросы, бля, это самое главное, я буду отвечать на них, как смогу. Давайте, поехали. So ordinary, ordinary, until the day that I met you.
Я тут снова. Вот, в общем, короче, такая тема, потому что, блядь, я решил съездить на замечательный концерт в город Киров. И, в общем-то, первый раз побывал в этом городе, я дико вообще все прокатировал, я дико находился в кутеже, было все дико круто. И вообще так душевно съездил просто, что, ну, пиздец, короче, вообще, раз слов даже нет, ну, пизда-то там было. Ну вот, ну, как начну с самого начала, блядь, как мы сели в поезд, вот, блядь, такая была неимоверная жара, что просто вообще полный ахуй, блядь, тогда, потому что залезали в поезд, и, наверное, похудел килограмм на где-то 5, потому что просто, ну, пота вылилось литров на 10, короче, вот. И пока ехали, ну, пока не знаю, докуда мы отъехали, то ли до Вятских Полян, то ли докуда, короче, вообще была такая, стояла жара, там, я одел свои блатные чехословацкие сандали, короче, плетенки, вот. И, короче, такая вот фигня, то, что, ну, блядь, вообще, если бы я ехал в кроссовках, там, наверное, часть носок вместе с ногами просто превратилась бы, короче, в пыль. И вообще я бы, наверное, умер просто. Ну, не доехал бы, короче. Вот, я взял с тобой дорогу, я взял, короче, естественно, ну, пузырь водки где-то, ну, даже... И узнал, короче, в самый последний момент, то, что, блядь, водку никто не пьет. Все, кто ехал, из 10 человек пью я один, блядь. И я вот, короче, стрельнул... Не я даже, а стрельнули мне там стаканчик такой стеклянный у проводницы. Ну, чтобы все было, короче, ровно. Вот. И, короче... Сидел и в одно рыло просто, в одно жало хлестал водку. Потом, короче, сидел, короче, и, блядь, просто вырубился вообще. Вырубился и проснулся только в Ижевске, короче, когда на вокзал пришел дядя Швон, и мы с ним там дальше продолжили кутить, выпили несколько... Я несколько глотков выпил уральского мастера, пригубил, и выпили водку еще. Вообще, ну, отлично было, дикий кутеж, садомия. Ладно, сейчас, короче, музло будет. Потому что вы вопросы там задавайте, и кому что интересно, я вам отвечу, бля. Как что, почем, сколько стоят мои сандалии, я все отвечу, все расскажу. Давайте, короче, пока слушаем мьюзик. Музло стал, вопросы появились наконец-таки. Сколько стоят мои сандалии? Мои сандалии, блядь, они стоят миллионы просто. Я думаю, эти сандалии, короче, вообще, ну, сандалии вообще такие
пиздец специфический, то, что, бля, когда ноги потеют в сандалиях, у тебя от района, короче, сандалии просто, ну, несет, блядь, вообще пиздец полным говном, блядь, что когда ходишь там, прям, думаешь, как будто, ну, блядь, неужели я там чуть-чуть слабинку дал там, или что там, блядь, или с гуляшом, короче, блядь, не выдал что-то, думал, или смс-ку кто послал в районе ног, или на говно наступил, короче, такая вонь стоит просто вообще, мама, не горюй, блядь. Так, дальше вопрос, короче, какой, так, из какого города вы ведете эфир? Мы ведем не из города, а из страны. Я не знаю, какой город, потому что тут какие-то деревянные поселения, там, песочные вылазки какие-то, вообще полные. То есть знаю точно, что, как, ну, настоящие патриоты футболки, а русские, мы ведем эфир из Намибии, короче. Вот, ну, замечательной такой страны, тут слишком жарко, подмышки превращаются в какой-то ад. И вообще, ну, ни дезодоранты, ни вода ничего не спасает, потому что, ну, вообще от мглы. Не вас спрашивают, хотел бы ты на манжерок, блядь. Короче, вот манжерок, это вообще, ну, да, я мечтаю съездить на манжерок все равно в скором будущем. Вот, вообще, хотел бы на манжерок. Если серьезно, откуда я веду эфир, я веду из города Казани. Если интересно, пишите Ваську, я вам там все отвечу. И задавайте там вопросы, типа, ну, что-нибудь там, как жизнь там, пацан там, что-нибудь типа такое. Только на такие вопросы отвечаю серьезно и очень вообще, ну, так, с большим там, короче, таким вниманием на них отвечаю. Так вот. Бомба тебя не убил потом, последний стаканчик уржумской на квадрате. Есть. Да, да, короче. Не, стаканчик последний не убил меня. Это, короче. Ну, меня убило там дальше, короче, что-то. Меня убило пиво, которое, ну, купили еще. Короче, там такая была фигня. Обратная дорога, это тоже вот отдельный случай. Сейчас обратную дорогу скажу. Потом уже про концерт, про сам угар, короче. Вот, это, короче, такая фигня, то, что, ну, я сел, короче, после этого, увидевшего то, что там этот, короче, там грузили каких-то зэков, там что-то там, пиздец, ну, вообще, короче, так, полный ад мглы, и мы сели, короче, я такой, ну, уже, блядь, смотрю, еще пиво хоп подносит, и я думаю, ёптить, я сегодня, короче, не выживу, но я еще где-то около, чуть больше, чем, ну, мы баллон или два литра пива разбомбили еще после того, как вы меня посадили туда, вообще, в полной садомии. Меня вот интересует, где я номерок от автобуса проебанил, блядь, когда шел на вокзал, короче. Вот, а дальше, короче, я ехал, и просыпаюсь, и смотрю, они еще все пиво пьют. Я думаю, ой, ну нахуя себе, давайте, короче, я тут еще догонюсь так. Выпил еще пиво, ну, блядь, и прикинь, ну выпил где-то еще баллон там, туда-сюда, они там что-то угорают ходят. А я им все, уже не могу, короче, опять отрубился. Потом уже ночью просыпаюсь, ну, где-то уже к Ижевску подъезжали, короче, смотрю, все спят, думаю, ебать, короче, смотрю, хуя мое, блядь, думаю, ну, надо пиво, короче, что-то где-то настрелять там или что-то как. Пошел, короче, это на всех наших искать, будить и спрашивать, то, что, короче, ну, мировой, короче, то, что разыгрываются акции Фонда мировой художественной культуры, короче, если, ну, вы, короче, скиньте где-то по червонцу, там, потому что баллон литровый стоил полтинник в поезде, то, короче, можно выиграть этот, ну, генеральный пакет акций, короче, ребята, то вы никто не скинули, мне скинули там пару человек, только у меня было 30 саха, поэтому я не смог купить этот, ну, блядь, как его, сука, мешок акций, короче, это генеральных, блядь, от этого Фонда мировой художественной культуры, поэтому, короче, блять, все, короче, мы проебались все на свете, блядь. Ну, в итоге, короче, ничего, ну, пиво я решил не пить, и пошел, приехали мы в Ижевск где-то в 3:40, пошел, купил минералки, попил минералки и сигарет, короче, ну, и, короче, опять уже, когда начал залезать, там, женщина такая, ну, самая, короче, она просто не выдержала, она впереди меня сидела, она такая начала орать, короче, то, что ты, сука, ты, говорит, когда перестанешь... нам дашь поспать, блядь, ты, говорит, то храпишь, блядь, то во сне разговариваешь, то, короче, просто ходишь туда-сюда, блядь, вообще полный, короче, от мглы там, вот, дальше, что такое там еще, что-то, удалось мне залезть на сцену в Кирове, да, короче, удалось, я думал уже, что придется, короче, идти за карабинами, потому что, ну, это как, блядь, Эверест, как пик коммунизма, там, ну, залезать сложно, блядь, подумал, что пойду за карабинами, сейчас буду кидать, короче, там, закидушки в горы, там, ну, за киркой такой снаряжусь и, короче, залезу все-таки на сцену, но я залез без всего, короче,
без всего, несмотря ни на что, короче. Дальше вопрос, бля. А что ты... Гаджаса тиськом, бля. Это вообще отдельный случай. Гаджаса тиськом, это, короче, на утвордском добро пожаловать. Гаджаса тиськом вообще, короче. Ну, по-любому, приходишь, куда попал, тоже там, типа, аузенес и гим, только, бля, гаджаса тиськом, это только на ижевском то же самое. То есть, когда в Ижевск приезжаешь, нужно орать гаджаса тиськом, короче. Как, типа, Аллах Акбар, только на ижевском, бля. А что такое, ответьте мне, что такое жить-буречь, ёпта, я вот не знаю, блядь, что-то какой-то подъёб, блядь, что такое жить-буречь, вот, неужели жить-буречь это какое-то вообще, ну, такое таинство какое-то там, колдовство там, или типа рахат-лукум, короче, салабим там, рахат-лукум, короче, вот такая тема, вообще, объясните, что такое жить-буречь, блядь. Или чить-буречь, блядь, или что-то с чебуреками имеет отношение какое-то там, расскажите мне. Так, вроде здрасте, да-да-да, точно, все, вспомнил. Да, здрасте. Жить-буречь, гаджаса тиськом и аузенес и гим, короче, это, блядь, три таких, ну, слова, короче. И еще самое главное слово, это покатый тяжмаш вообще, и при железнодорожной почтам. Я просто, блядь, выговорить это не мог, блядь, это вообще самые вот, ну, такие слова, короче, козырные. Вообще, это просто полный, короче, полный гаджаса, короче. Так. Чё вам еще рассказать? Всем слушай. Да. Пока ты и тебя жмаш по-любому, короче, да. Это вот. Вот история еще, короче, такая вот, ну, я вспомнил, такая жуткая история, короче. Я думаю, ну, всех просветил в нее, короче. Ну, про людей огурцов, я думаю, все слышали. Или кому-то еще рассказать там. Ответьте там в чат там, или вы Ваську. Я расскажу. Это. Люди огурцы, короче, блядь, думаю. Ну, блядь, не знаю вообще, цензурно ли рассказывать, что такое люди-огурцы. Но, думаю, многие знают, короче, про людей-огурцов. Это, короче... вот тут пишут, я не слышал. Да. Короче, слушаем. Люди-огурцы, короче, это те, кто, блядь, ну, вообще, ну, там ездил, там, блядь, в Чечню, там все дела, короче. И там, ну, около 500 раз, короче, просто, ну, подорвался там на мини. У него там ни рук, ни ног, короче, не остался. Он такой человек-огурец, так, пэм-пэм, прыгает, короче, ходит там или что-то там. А еще там, ну, короче, человек-огурец, кранчик, это, ну, человек-огурец мужского рода, короче, кранчик. То есть, ну, сами понимаете, почему кранчик, вот. А еще, короче, выделили такую тенденцию, то, что, короче, блядь, вот большая часть, короче, работников ПКТ и Тяжмаш, короче, вот, но они сейчас, они, короче, там, вообще на любых же заводах, короче, такую, ну, тему, то, что, блядь, короче, у меня, короче, винам сейчас, блядь, что-то вала ебет. Сейчас, погодите, сейчас, может, он сработает. Ну, вот, короче, слушаем тогда. А, короче, те, кто работает на ПКТ и Тяжмаш, там, они, ну, короче, там, все там мужики же такие, бывают, там, я сам работал на заводе, короче, видел эту тему, там, то, что, ну, у меня мужик, короче, по жизни, там, блядь, ну, такой говорил, блядь, короче, тебе можно за ворота выходить, там, тебе все без палева, короче, это такая тема, блядь, ну, иди сгоняй, короче, ну, купи мне пузырь, короче, тебе там лопату сделаю, там, или что-нибудь еще, там, или что-нибудь там за тебя сделаю, короче, и такой, ну, я, короче, шел, там, ну, похуй, без палева, там, убрал какой-то пузырь, там, дешевый водяры, типа, там, блядь. Ну, так и самое дешевое, короче. Ну, блядь, ну, кстати, лучше, чем уржумка, короче. Не, хуже, чем уржумка даже, блядь. Пиздец. Ну, короче, вот, шел, брал, короче, блядь, приносил ему, он там такой... И они там постоянно квасили, блядь. Он просто у него по жизни, у него лицо было красное, короче, как, блядь, костромской сыр в оболочке такой круглый и красный, блядь, просто пиздец. Ну, и налитое, как яблоко, там, как сегодня сливы, которые я жрал, блядь. Такой, сука, блядь, багровая аж, блядь. Ужасная, короче. И вот... Дальше, короче, фишка в том заключается, то, что, ну, эта история длинная, вот, есть, короче, если кто видел, короче, то, что, ну, в детских садах стоят песочницы, а на ними стоят грибки, короче, вот, грибки, и чаще всего эти грибки, короче, они эти мухоморы, блядь. И вот те, кто бухал, короче, намного на заводах, ну похуй, там даже ПКТ Тяжмаш, там, или какой-нибудь оргсинтез наш казанский, там, это врыло, ебать, там, они бухают, короче, по синьке руки суют, короче, в эти станки, которые там пиздец крутятся, там, делают подшипники, там, хуимники или что-то там, вообще не знаю, что такое. Вот, и, короче, им, блядь, там, по самой, и они, короче, у них руки там превращаются, короче, в эти, блядь, обрубаны такие, как бы, то есть, ну, такие, остаются две такие культяпки, короче, как у курицы, у окорочков, короче, которые покупаешь там, ну, в мясном магазине каком-то или хуй пойми. Короче, такие обрубаны. И вот видели то, что, короче, ну, мухоморы стоят над песочницами, блядь, в детских садах. И видели вот, ну,
те люди, которые, короче, которые насували руки в эти, блядь, станки, они идут работать, короче, малярами, короче, вот, и рисовальщиками точек, короче, точек на мухоморе, белых точек. То есть они свои культяпки макают, короче, в краску и сверху ставят вот эти точки на лестницу, залезают и ставят точки, короче, такие пэк-пэк-пэк-пэк, точек много там. Или вот, короче, видели, если кто ехал там по трассе, там есть такая разделительная полоса, там двойная сплошная, там, или одинарная просто. Вот такая, короче, это тоже дело рук, короче, тех оголтелых работников, бывших работников завода, короче, которые устраивали такой немыслимый кутеж, вот, и кутеж на заводах, пили много, и потом с них там случалось всякое содомия, типа, они превращались там в таких обрубков, таких культяпочников, вот, и такое происходило от мглы, потом они шли, короче, работать. Да-да-да, жестоко, но, блядь, ну, все-таки, блядь, правда, нахуй, жуткая правда, блядь, про разделительные полосы, и, короче, эти, блядь, сука, называют, мухоморы, блядь. Точки там белые, да, вообще пиздец. Полный ахуй, блядь. Ладно, короче, так, это, блядь, я что-то тут заговорился, блядь, по-моему. Блядь, сейчас нужно послушать музло, и мне охота сходить попить, короче. Сейчас будет, ну, такой трек вообще, короче, блядь. Паша Чикамоти, спасибо, то, что он записал мне дичайшую болванку, что я там вычислил самый такой матерый трек, блядь, который вообще, ну, наверное, блядь, вообще, ну, я думаю, скоро, блядь, трек разойдется по всем, короче, в Казани, блядь, ну, и все станут фанатами, короче, этой песни. Давайте, поехали, короче. Я вот вчера в 3 часа ночи скачал из интернета, блядь. Клип есть. Ну, в клипе, кстати, блядь, ну, запись звука была намного лучше, чем, блядь, в самой песне. Давайте, короче, слушаем, поехали. Расскажи ты мне, дружок, что такое манжерок. Может, это островок, может, это городок. И дружба — это манжерок, верность — это манжерок. Это место нашей встречи — манжерок. И ведут сюда друзей сто дорог и сто путей. Ждут вас здесь улыбки и смех, песенка одна на всех. Е-е-е, дружба — это манжерок, верность — это манжерок. Это место нашей встречи — манжерок. На конверте манжерок, а в конверте пара строк. В этих строчках лишь одно, нам здесь очень здорово. О-о-о, дружба — это манжерок, верность — это манжерок. Это место нашей встречи — манжерок. Ну а если ты, дружок, не приедешь в манжерок, все преграды обойдя, песенка найдет тебя. Е-е-е, дружба — это манжерок, верность — это манжерок. Это место нашей встречи — манжерок. Судя по песне, манжерок вообще такое ультра пиздатое место, то, что там пиздец вообще, ну, блядь. А судя по клипу, блядь, то, что ты узнаешь, что там пиздец, как холодно, там какие-то вообще матерые мужики на подтанцовке, вот сзади самой Эдиты Пехи, у нее шапка вообще еще на 5 с плюсом, там штанцы какие-то белые, вообще клип вообще пиздец, это вообще полный манжерок, полный рок, короче. А вообще так, такое происходит, что, блядь, там особенно один мужик мне понравился, который был в шапке в какой-то и в сапогах каких-то вообще убийственных таких, в кожаных, в которых я ходил еще в детский сад, вообще диких таких оголтелых. У него шапка была просто пиздец, вообще 5 с плюсом, блядь. Такая хуетень, короче, с помпохой, блядь. Такие, и, ну, вот сейчас до сих пор многие ходят в таком прикиде, но сейчас в таком прикиде ходят только, короче, самые матерые барды, которые, ну, пробили около 20 выездов на грушу, короче, за всю свою жизнь. Вообще сейчас, ну, можно даже пиздануть такой, ну, заебатый стиль, типа бардкор, короче, там. Ну, это кому-то я уже рассказывал, кому-то нет, может быть, даже и в эфире рассказывал, просто забыл, короче. Ну, ладно, расскажу еще раз, блядь. Похуй, повторение мать учения, короче, вот. Такая тема, короче, то, что, бля, ну, это, бардкор — это такая вообще, ну, это самая агрессивная, короче, часть бардов, которые, короче, просто, ну, ходят на концерты, там, просто, бля, начинают там мошить, короче, у них, но это только те могут себя назвать бардкорщиками, которые, в общем-то, дико пробили около 10-15 выездов, короче, на грушу, там, или похуй, там, ну, на какой-нибудь еще там более матерый фестиваль. Ну, самый матерый фестиваль груши, как бы, самый попсовый, но еще такие закрытые фестивали, типа, там, Айша, короче, вот, недавно
недавно там, ну, где-то проходил, короче, и те, кто сажал, как минимум, около, ну, за свои, короче, поездки, там, блядь, или еще что-то там, короче, сажал где-то, блядь, около 10-15 шайб, короче, матерой тушенки такой, блядь, ну, желательно даже такой олдовой тушенки, на которой написано «Завтрак туристы», короче, вообще, и открывал ее, притом, зубами, блядь, не просто открывашкой, там, открывашкой каждый может открыть, блядь, а только настоящий бардкорщик может открыть ее зубами, просто, одним зубом, клыком, просто, воткнул, крутанул, блядь, против часовой стрелки, да, думаю, еще по часовой, блядь, потому что, блядь, по часовой можно губу поцарапать там, блядь, и спирт потом пить будет неудобно. А тут против часовой хуя крутанул, и все, заебись, короче, открылось так. А еще как минимум ты должен выпить там, блядь, ну, чистейшего, короче, медицинского такого, ну, C2H5OH, короче, просто, блядь, из такого мятого такого, такой помятому жизнью, короче, алюминиевого, блядь, стаканчика такого, блядь, пиздец, ну, плесень там вокруг, он почернел уже там, блядь, спиртовый осадок, то есть можно уже, блядь, пальцами, вот показывают же там, короче, такие, ну, школьные какие-нибудь, такие советские фильмы, там, кто-нибудь варенье там воруют, короче, из банки, а тут, короче, ну, барды они, блядь, после там 10-15, там, блядь, ну, выездов на грушу, короче, они уже, блядь, с этой кружки снутри могут собрать, короче, спиртовый осадок и есть его как мороженое ложками, так, хоп-хоп, такой намешал, короче, заебись, туда кинул еще этой, блядь, налил еще спирту, закинул туда чуть-чуть тушенки, блядь, этот спиртовый осадок, короче, и все, пиздец там. И должен, короче, обязательно там, но у тебя на гитаре, там, на твоей акустичке должна быть наклеена такая женщина, короче, такая в таком овальчике, короче, такая кудрявая женщина, как обычно у кого-то до сих пор, наверное, на древних совковых шифонерах на даче висит эта, короче, фотография, это и там женщина кудрявая, там, какая-то стопудов супермодельная, сейчас уже какая-нибудь там, пиздец, там, дряхлая, там, старуха, блядь, вообще, и на гитаре у тебя должна быть наклеена она, и у тебя должен быть еще обязательно автограф какого-нибудь матерого, там, барда, блядь, вообще, и тогда ты будешь только бардкорщиком, и тоже ты можешь мутить, короче, оголтелый мош, короче, под Олегом Митяева, там, пиздец, там, бить, я еще там стрелки же устраиваю, там, блядь, кто-то там, блядь, такой-то бард, там, кто-то еще там, блядь, друг другу стрелы бьют, короче, просто, вообще, о, блядь, да-да-да, изгиб гитары желтый, это по-любому, это ты должен знать, как гимн, короче, просто, ну, блядь, петь, там, в 40 рыл, блядь, этот гимн, я помню, как-то, блядь, ну, ехал, короче, ночью, короче, домой на маршрутке, там, и, ну, какой-то, видать, тут трасса там проходила, смотрю, сука, вдоль дороги стоят, блядь, это пиздец, ебать, там, вообще, короче, это, блядь, они, короче, решили, походу, трассу всю захватить, там, самая основа бардкора, короче, вот этого, блядь, она стояла тут у дороги, там, блядь, щетина у тебя такая, пиздец, там, вообще, щетина просто вообще там, блядь, ну, щетина это, блядь, вот просто, ну, я не должен, вообще не должен вам этого говорить, если вы хотите матерыми бардкорщиками быть, должен этого рассказать, то, что у вас должна быть щетина, блядь, вы должны как минимум месяца два не бриться просто, и такая у вас щетина будет матерая, блядь, просто пиздец, там, как у, блядь, не знаю даже, как сказать, у кого, там, не знаю, там, как, блядь. Едешь там с утра, там, гиблой деревне, там, блядь, видишь, что синеботы стоят, короче. Вот примерно такая же щетина должна быть, и лицо синее должно быть просто. От спирта, душонки, блядь, и гитарной музыки у тебя лицо должно быть синее такое. Посиневшее, блядь, как, блядь, у сплышей там девчонки, короче, зимой, блядь. Да-да, струна тугую высь, блядь, или там, это, лыжи из печки торчат, блядь. Вот, короче, вот что-нибудь такое. Дальше что-то... Да, оба, все, короче. Вот, ну, все ясно, теперь все видно, кто бардкорщик, а кто вообще, ну, ничего не шарит, короче, вообще, блядь. Давайте, да, вот, да. Вот, короче, ну, ладно тогда, давайте сейчас еще обсудим бардов. Я пока поставлю какой-нибудь матерый музло и поищу какие-нибудь бард-песни, если у меня есть на компьютере. Сейчас врублю, блядь, специально под, блядь, под, как саундтрек это будет идти, блядь. Ладно, пока поставлю, короче, такой, тоже таких, короче, ну, блядь, таких, шансон-команду такую, блядь. Сейчас, давайте, короче, слушаем. Play.
Короче, я вот тут хочу найти пару 100% таких, ну, крутейших хитов. Мне тут подсказал, в общем-то, Сейс, то, что, ну, вообще, короче, это... что такие, ну, два супер-хита, короче. Оказывается, лыжи не из печки торчат, а у печки стоят, бля. А я думал, торчат, это, ну, блядь, бывают такие ошибки, бля. Ну, кто-то печи в лыжи... Ну, ладно, бывает, блядь, ну, кто-нибудь, он может... У него был такой тоже, наверное, по-любому такой специально для самых таких бордкорщиков. Они же, блядь, зимой-то на лыжах нихуя не брыкают. Они же, блядь, сразу, блядь, зимой ебошат просто, короче, пешком, короче, по сугробам, по всей хуйне. Поэтому, блядь, он решил свои лыжи в печку просто пиздануть, короче. Вот, в общем, если у кого есть песня Юрия Висбора «Лыжи у печки стоят», короче, киньте мне ее, Ваську. Или песня Олега Митяева «Изгиб гитары желтой», короче. Киньте Ваську, если у кого есть, потому что, блядь, ну, эти песни по-любому сегодня должны прозвучать, блядь. Мой номер, короче, 39-365-4-361. У кого есть, короче, там, ну, спрашивайте, кто слушает, блядь. В общем, такая вот... Это Бивак, я не знаю, кто такие братья Мещуков, короче. Братья Мещуков, я не знаю, кто такие. Это какая-то, походу, вообще дикая банда, в общем. Это, ну, Спиртягу, я про Спиртягу уже говорил, чик. Это, потому что, блядь, просто, ну, Спиртяга, это по-любому. Я сам, короче, бывает даже Спиртягу пью даже. Ну, охота, конечно, быть матерым бардом, блядь. Но все равно, короче, я, ну, не могу, короче, блядь. Потому что, ну, у меня не растет борода, блядь. Я еще молодой совсем, но скоро, вот, ну, думаю, что уйду в загул, сгоняю на грушу, блядь. Вообще уже был в этом году это на одном бард-фестивале, просто переугорел, рассказывал уже об этом как-то. Вот, ну, думаю, в следующем году сгоняю на грушу, лично пожму руку Борису Бурде, блядь. И, блядь, вообще, ну, думаю, что переугорю так нормально, потому что, блядь, надо только найти самую такую бичевую палатку, которая там дырявая в 10 местах, такого, сука, зеленого цвета, блядь, опасного просто, ну, как, блядь, и вообще дикая такая, вообще, бля, вот. Зову сына Олегом в честь Митяева, это вообще, блядь, по-любому. Вообще, Олег Митяев вообще, ну это, бля. А тут, ох, бля, мне сразу смешно. А тут даже женщины с бородой приезжают. Ну еще с какой бородой там, бля, вообще там. А тут не только там, и дети с бородой приезжают, как, бля, в этом, ну, в книжке про старика Хаттабыча, там же у него, блядь, у Вольки-то выросла борода, тоже там наколдовал ему Хаттаб, бля, что, блядь, борода вырастет. В натуре, вот, блядь, даже, сука, какие-то, блядь, сука, все на бороду сходит, блядь, даже вроде старик Хаттабыч, Хаттаб, у них у всех была борода вообще, это, блядь, пиздец вообще, ну, борода тоже такая вообще суровая вещь, в общем-то, вот. Борода — это самая тоже пиздатая тема, короче, думаю, блядь, ну когда же у меня отрастет борода, там, все, короче, такое, блядь, и вот, думаю, блядь, жду, не дождусь, пока отрастет борода. Кстати, о бороде, в общем-то, завтра Фету дико будет много лет уже, вот, завтра у него день рождения, вот, хочется, если он, ты нас слышишь, Фет, я тебя дико поздравляю, короче, с днем рождения заранее, вообще, вот, и... Ну, расти бороду, короче, будь дальше, ну, крутым бородатым мужиком, в общем-то, давай, еще поставлю для тебя матерую песню, слушай, короче, ты слушай эфир, там, если, да, пусть смс-ку пришлите, кто-нибудь ему смс-ку, чтобы, у меня денег нет, по смс-ку даже послать, ебаный Татенком, бля, все, короче, поехали.
Продолжаем про бороду, короче, бля. Вот, ну, у женщин борода, это вообще, кстати, вообще натуре заебок, да, там, вот, ну, потому что, блядь, раньше, короче, в древние времена, бля, это у тех, только у тех женщин борода росла, которые работают в цирке, там, притом они зажибали нехилый лавандос, короче, вот этой бородой своей, потому что, блядь, хуй, ну, как это получалось, или они клеили, там, чьи-то, блядь, какие-то лобковые волосы на лицо, то ли чё, блядь, там просто видно было, я какой-то смотрел, блядь, помню, чё-то, сериал, короче, какой-то, блядь, давным-давно, тысячи лет, там, блядь, назад, что-то типа, там, блядь, как, ну, там, блядь, как это, рабыня Изаура там, бля, или что-то так. Ну, короче, что-то такое, вот, я помню, там был, короче, приезжал к ним цирк в их, короче, какой-то мексиканский колхоз там, и вот, и там приехала там такая, короче, бля, это, блядь, короче, такая оголтелая, короче, бабуля, у которой, ну, тетка там такая, у которой была в натуре, сука, такая борода там, это было все в цирк, цирковая поебота, короче, и там еще полный кутеж был, бля, это пиздец там. Ну, там все угорели по этой теме, что у него выросла борода. Сейчас вообще борода растет только у бабулек сейчас, вот в данный момент. Я помню, видел несколько усатых бабулек, короче, в маршрутках обычно рассекаешь, там, когда едешь, особенно на 37-м маршруте, там, и какая-нибудь усатая бабулька, у нее там просто такая, вообще пиздец. Там. Она не бородатая, блядь, ну хуя тоже не бородатая, а, блядь, именно усатые такие усы, блядь. Как у Амаяка, короче, такие, блядь, черные, сука, и персы, такие жиганские просто. Это сам аж замечтал, блядь, думал, блядь. Почему я, блядь, не бабулькой родился, почему у меня усы не растут раньше времени, там, пиздец вообще. Вот, дальше что там. Короче, что там, блядь, спрашивают, это, блядь, что за аполитичный скай? Да-да, отличный, это, блядь, я только аполитичный скай, блядь, ставлю, а другого ничего не ставлю, только, блядь, такой, блядь, рок, оголтелый рок, блядь. Вот, блядь. То, что, блядь, вообще, вот, про усы, вот, еще сказать там можно пару слов. Ну, усы, да, заебись, но борода все равно пижик. Обладатели бороды, они намного, короче, выигрышнее. Вот, в принципе, допустим, вот, Павел Глоба же, вот, ну, вы видели Павла Глобус, по-любому все, короче, по-любому видели Павла Глоба, посмотрите на него, он, блядь, он же пиздец, он, блядь, такой прорицатель, что ебицкий рот, блядь, там, в 7 утра там люди, блядь, не ленятся, там, встают, чтобы послушать его, короче, там, наебалово, короче, на целый день, типа, у кого сегодня какой знак зодиака, там, знак огня, там, блядь, или солнца, там, или, блядь, темноты, там, блядь, сегодня у кого день заебатый будет, так кто должен дома просто вообще не выходить из дома, иначе там тебе КамАЗ переедет, там, или мало ли что там вообще какое-то будет, или что-то, какая-то вообще опасная тема будет, блядь, вот. А лучше, ну, короче, да, вообще, вот, и даже взять по поводу бороды, вот, у Паука тоже пиздатая борода, у него, он же, он как, тоже выигрывает же нихуёво, Паук, блядь, известен на всю Россию, несмотря на что, вот, у кого еще вот, пиздатая борода, вот, только разве что у президентов там нету крутых, блядь, ну, нету у президентов крутых, блядь, бороды, это, блядь, вот это хуёво, блядь, кто-нибудь передайте привет, а Майку Копьяну в психушке привет. Да по-любому, короче. Боярыч тоже, бля. Ну да, это, бля, такие известные крутые герои. А спрашивают, как тебе кутеж по Тансапс на концерте? Вообще, блядь, на 5 с плюсом. Вообще, ну, блядь, так шикарно было просто, пиздец. Ну, отличный был концерт. Вот, кстати, я про концерт так и не рассказал. Вообще, отличный был концерт, блядь. Просто, бля, я кидал козы с обоих рук, бля, и вообще дико просто находился в чаде кутежа, вот тоже равносильный моей поездке обратно до дома, вот. А дальше, короче, ну, вот даже, блядь, вообще, ну, слов нет, блядь, так пиздато было, короче, вот. А, да, естественно, подостерегайте подделок, я тоже вообще дико угорел, бля, вот, и просто, ну, так заебись было вообще, блядь, просто,
Прям, блядь, охота было, блядь, вообще разорваться на куски, блядь, от, ну, от всего всякого угара, блядь. Вообще, концерт был пиздатейший, блядь, помню. Вот самое интересное, блядь, вот, что, блядь, на концерте было, перед, то есть перед концертом. Я пошел, короче, пасать за угол из этого здания, а там, прикиньте, яму вырыли и постелили, короче, кусок ДВП, блядь. Но я думал, наступлю сейчас, ну, пройду нормально, наступил, блядь, в яму провалился, ногу всю расцарапал, пиздец. Вот самый, вообще, самый от мглы, короче. А кто такой вот Артур Челингаров? Кто такой? Скажите мне. А? Бля. А, расскажу про группы, в общем-то, чтобы люди поняли. Вообще, ну, я поехал в Киров на Ой, концерт отличный так было. Ну, блядь, на отличный концерт, в принципе, я думал, ну, ожидал, короче, угар, но, бля, приехал, уже увидел более хлесткий угар, короче, чем я ожидал. Вот. Вообще, блядь, не так охуенно было. Блядь, сейчас подождите, мне что-то, блядь, желудок, блядь, хуёво. Пойду таблетку выпью. Сейчас расскажу вам про концерт, блядь. Подождите, музлоб врублю пока какой-нибудь. I seen it all in a dream last night. Cause it's out cause you don't treat it right. I'm leaving here. I'm leaving here. It's best to change your ways. I'll leave this town in a matter of days. Cause they ain't it rings so true. Buzzing around to find someone new. I'm leaving here. I'm leaving here. Yeah, one by one. Yeah, two by two. Yeah, three by three. Yeah, four by four. Таблетку стало получше, блядь, а то какая вообще заебала, короче, изжога, блядь, и прочее поебень, что-то наелся хуйни какой-то. Вот, ну что-то желудком хуевато немного, блядь. Вот поэтому сейчас расскажу вам про концерт и как было там вообще пиздато, и вообще как было угарно, вот, ну, вообще заебись как было. Вот. Ну вот, короче, такая тема, бля. То, что первые играли Клоунс. Но я порядок точно не помню сейчас. Я расскажу про каждую группу по заебетому Клоунс. Но, естественно, заебись вообще шикарно. Как всегда в своем стиле, бля. Песни вообще на ура. Все кидали козы, короче. Все было вообще дико отлично. Потом, короче, остерегайтесь подделок, но это вообще отдельный, короче, угар вообще. Просто, блядь, так заебота было вообще. Паша, спасибо за ваш трек-лист. Я
ты знал, что мне надо. Вот, ну было дико круто, я там помню, в тот момент я тоже один раз залезал на сцену и показывал, короче, то, что, ну, у меня признаки такие эпилепсии, там чуть только слюнь не пускал, единственное, вот это. А потом, если я не ошибаюсь, были Кайн Энгель, было вообще, ну, пиздец, вообще так охуенно было, бля, наконец-то я вживую их услышал, бля, вообще было очень, ну, заебота, бля, а вот. Потом были Ансапс, тоже был оголтелые танцы, короче, лезгинки, короче, танцульки, короче, было вообще очень круто, бля, заебись, звук, все заебато, короче, мне вообще дико понравилось. Шаг против были еще, вот я забыл. Они вообще тоже заебись были. Я так в это время, короче, что-то куда-то уходил, там что-то, бля, было жарко. Вот. Ну и мне понравилось. Там мне те песни, которые я услышал, вообще дико понравились. Вот. ОСВ, заебота, вообще тоже шикарно, бля. Ну, вообще так по-заебатенькому, блядь. Не заебись, а заебись, блядь. Вот. А короче, потом были Байстрит. Байстрит я уже, ну, слышу второй раз, бля. Первый раз услышал в Овражках, вообще так заебись, тоже понравилось вообще. Короче, заебато вообще. Вот, дико вообще, например. Так. Ну вот, сейчас будут те песни, в общем-то, по которым, ну, которые должны сегодня по-любому прозвучать. Сейчас будет песня. Первая песня будет, короче, про лыжи, короче, вообще самая козырная песня, про лыжи из печки торчат, в общем. Давай, в общем, слушаем, бля, и обсуждаем, будет сейчас, вот после прослушивания песни, будет его обсуждение, короче, вы будете писать в чат, как вам, ну, как вам песни, короче, и как вы будете, Ваську мне писать тоже, короче, комментарии свои по поводу песни, а я буду зачитывать и тоже, ну, буду с вами спорить, ну, правильно ли вы сказали или нет, понравилось ли мне или нет, ну, да, короче, там, сейчас попиздим, давайте. Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Месяц кончается, март, скоро нам ехать домой. Здравствуйте, хмурые дни, горное солнце, прощай. Мы навсегда сохраним в сердце своем этот край. Нас провожает с тобой гордый красавец Герцог. Нас ожидает с тобой марево дальних дорог. Вот и закончился круг. Помни, надейся, скучай. Снежные флаги разлук вывесил старый Домбай. Что ж ты стоишь на тропе? Что ж ты не хочешь идти? Нам надо б песню допеть, нам надо б меньше грустить. Снизу кричат поезда, правда, кончается март, ранняя всходит звезда, где-то лавины шумят, снизу кричат поезда, правда, кончается март, ранняя всходит звезда, где-то лавины шумят. Ты обнимешь нежно, струна осколком эха пронзит тугую высь, качнется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Как отблеск
от заката, костер меж сосен пляшет. Ты что грустишь, бродяга? А ну-ка улыбнись. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И все же с болью в горле мы тех сегодня вспомним, чьи имена, как раны, на сердце запеклись. Мечтами их и песнями мы каждый вдох наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Мечтами их и песнями мы каждый вдох наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Изгиб гитары желтой ты обнишь нежно, струна осколком эха пронзит тугую высь. Качнется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Rolling, you can play. Я тут, короче, заслушался просто, ну, вообще, охуеть, песни, блядь, вообще, аж, блядь, ну, вообще, вообще по бардкору все было, вообще, самые олдовые хиты такие, прям олдскул, можно сказать, бардкоры, в общем-то. Так вот, ну, начнем с песни первой, короче, она о том, что, ну, донбасский, ну, короче, а вот я вообще не понял, о чем она, ну, блядь, понял, что про лыжи, то, что март кончается там, и то, что вот, ну, короче, блядь, лыжи у печки стоят, и короче, еще что-то я услышал слово «Донбасс». Вот я понял то, что, блядь, это, походу, песня про шахтеров, которые, блядь, на работу, ну, гоняют на лыжах, короче. Хули март закончился, блядь, едем уголь добывать там на лыжах и в рыло. Ебись все, хоть, блядь, на улице уже мая, тепло, блядь, но мы все равно на лыжах въебем за углем, короче, там. И будем, блядь, добывать уголь там вообще. Ну, донбасский вальс в натуре про шахтеров, блядь, про лыжи, блядь, и про вообще, про бардкор, в общем-то. Вот, такой, ну, песня была такая чуть быстрая, но такая, ну, такой ювкру бардкор, короче, такой, типа, ну, хоть там, блядь, похуй вообще, и, типа, ну, Юрий Висбор, но все равно играет олдскул такой, ювкру хардкор, донбасский вальс, блядь, про шахтеров, блядь, все ясно тут уже, с этой песней все ясно, блядь, он сидит где-то дома, вот, сидит и смотрит на свои лыжи, блядь, он, походу, сам тоже шахтер. И, блядь, раньше ходил, короче, на лыжах, а тут, блядь, пошел уголь разок добывать на лыжах, да выебался и превратился в человека огурца, блядь. Теперь иду, смотрит, блядь, март уже закончился, лыжи у печки стоят, блядь, и человек огурец, блядь, идти мне некуда, блядь, и не на чем даже, блядь. А лыжи все равно, ну, лыжи с моря такие, блядь, лыжи олдовыми, пошарпанные такие, убитые, блядь, пиздец там, все в угле до сих пор, блядь, вот. А он человек-огурец такой. Ну, такая, по сути, переживательная песня, такая, с элементами эмо даже, можно сказать, бля, вот. Дальше, блядь, про вот, ну, все ясно, короче. Все, наверное, поняли, про чью песню, бля. Вот. А на лыжах по шахте, да, именно, да. Донбай. Нет, да. Бля, оказывается, там не Донбасс. Не Донбасс, а Донбай, бля. Это горы. Бля, пиздец, бля. Вообще... Бля, вот это новости. Я только узнал, то, что оказывается, песня была не про Донбасс, а про Донбай. И Донбай — это вообще горы, бля. Ну, значит, короче, значит, тогда, ладно, бля, значит, все это ясно тут про чё. Короче, тут такая история, то, что, бля,
Жил-был один, короче, тот, кто лазил в горы, блядь, горист, блядь, или как там, блядь, альпинист, вот, короче, альпинист, видать, полез на Домбай, блядь, на лыжах, ну, естественно, как ты, блядь, в горы на лыжах пизданешь, там, пиздец, там, такой склон, блядь, еще, блядь, или в лыжных ботинках он полез, блядь, или на лыжах, блядь, а, ну, блядь, вот, походу, короче, как дело было, он, все, проехали Шахтеров, сейчас расскажу другую историю, значит, пошел он, короче, на лыжи, блядь, в горы, ебать. И понял то, что, блядь, ну все, пиздец, я в эту гору не въеду на лыжах, блядь, мне нехуй там ловить, короче, я пойду лучше к печке их поставлю, блядь, и пойду только в лыжных ботинках в горы, блядь, будет так удобнее намного, и лыжные ботинки, они же чуть-чуть такие пиздатые, короче, похожи, такие, блядь, чем-то похожи, короче, на мартинсы, блядь, такие пиздатые, блядь, и вот он сказал то, что, блядь, все, пиздец, я полезу в ботинках, и вот домой приходит такой, лыжи у печки стоят, а в Домбайские горы я залез без лыж, блядь, лыжи у печки стоят, а март кончился, блядь. А он только, он залезал, короче, полез в январе на горы в лыжных ботинках, а вернулся уже к концу марта, блядь. Уже потеплело, дом заебись стал, а лыжи у печки стоят до сих пор, никто не убрал, блядь. Дом никого не было, блядь. Все ушли куда-то, блядь. В леса там или, блядь, куда что-то там, горист, хуе мое, блядь. Вот, блядь. Дальше, короче, продолжаем про следующую песню «Изгиб гитары желтый». Вообще, песня такая, ну, четкая такая, вроде такая, ну, заебосенькая такая, там... Все такое душевное, кто-то там пел ее у костра, там кто-то еще где. Вообще, а я ее помню в школе, короче, учил. Так, бля, я вот учил вот эту песню, да, и, короче, про то, что, короче, какие-то там Аполлоны держат небо руками, что-то такое, тоже какая-то такая блатная песня бардовская. В школе, я помню, ее учил, на уроках музыки, бля. Вообще, уроки музыки там, пиздец, проходили дико, бля, и поэтому я вообще не помню, потому что... Изгиб гитары жорты, качнется купол, бля. Это уже песня про качнется купол. Это уже какие-то времен, короче, времен СССР, когда церкви там громили. Качнется купол и изгиб гитары жёлтый вообще. Бардов разрешали в СССР, а церкви нихуя. Поэтому купол качнулся, бля. Ну его, бля, привязали к КамАЗу, бля, и дернули, пиздец. Вот, и там, короче, и он пизданулся, и качнулся купол неба там, к небу или вниз от неба, блядь, пизданулся на асфальт, короче, раскололся, разлетелся и пиздец. Вот, дальше, блядь, что там еще, про что там еще пелось-то, я, блядь, не помню текст, если у кого текст есть, пришлите, сейчас еще, короче, обсудим. А тут, вот, ну, несмотря ни на что, короче, несмотря на то, что кто-то лазил в горы, а кто-то, короче, громил церкви, мы... Вот тут такая новость пришла. Вот, в общем-то, Степ рассказал новость мне такую, то, что, блядь, сегодня опять какую-то, ну, опять какая-то была акция, блядь. Потому что вот, ну, в этом, короче, в Олимпиаде где-то, где Олимпиада сейчас проходит, я не помню, где-то в Китае там или где там она, штанги, по подъему штанги выпал немецкий, короче, спортсмен с фамилией Штайнер, блядь. Сука, точно неспроста, блядь, вообще-то нет. Поднял 285 килограмм, у него Пекин, да, Пекин. Вот, короче, он поднял, блядь, штангу 285 килограмм с фамилией Штайнер. У него, походу, еще и футболка была Тор Штайнер, блядь. А за 258, ты же 285 написал. 258, оказывается. Вот. 258. Вот. Это, короче, у него была фамилия Штайнер, он был в футболке Тор Штайнер. А зовут... А не с немецким флагом была. Вот. Короче, вот, и, блядь, он поднял штангу, блядь, и фамилия у него была Штайнер, ну что, блядь, все уже сейчас, все, короче, оккупировали все фанаты Тор Штайнера и Лансдейлов, вообще, теперь следующий выиграет какой-нибудь спортсмен с фамилией Лансдейл или там, или вообще самая оригинальная фамилия, это 100 пудов будет, ну, человек какой-нибудь с провинции, блядь, провинциальный, короче, качок какой-то, он там в беге с препятствиями, короче, в беге с препятствиями, у него будет фамилия, он выиграет, короче, тоже, у него будет фамилия Питбуль, блядь, прикиньте, Питбуль Джермани, блядь, это такая, ну, такой, типа, бывает там, как у там у кого-то из Иванушек, там, из Иванушек, короче, была фамилия, там, какой-то Григорьев Аполлонов, тут Питбуль Джермани, блядь, вообще, блядь, и вот он выиграет скоро тоже, короче, какой-нибудь бег с препятствиями, там, бег от кого-нибудь, еще, такая вот. Или там действительно, как Степ пишет, Ваня Лансдейл, там какой-нибудь такой Ваня, бля. Там не Ваня, Ваня слишком это, ну как-то, бля, Ваня там, что-то видать какие-то Ваня, это еврейские корни там вообще, блядь. Какой-то полный ахуй, короче, у него будет не Ваня звать, а там, какой-нибудь Ярополк Лансдейл, там что-нибудь такое, что, блядь, ну, блядь, было так, блядь, патриотично, вот.
Вот, а пока, короче, пока я рассказывал новости, да, пришел все-таки текст этой второй песни, блядь, про бардов и про эти, короче, про, блядь, про, короче, как про погромы церквей, бля. Вот. Изгиб гитары желтый, ты обнимаешь нежно, бля. Вот. А струна осколком эха пронзит тугую высь. То есть, блядь, играл, обнимал гитару вроде нежно, блядь, но все равно струна оторвалась и в небо улетела. Струна осколком тугую высь. Высь, но это небо, короче. Она и улетела в небо. Качнется купол неба, ну, это... Либо, короче, вот, качнется купол неба, я уже объяснил. Большой и звездно-снежный. То есть, еще его, оказывается... Короче, это было ночью, большой ночью, зимой, естественно, привязали, короче, к КамАЗу и дерганный. И как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Вот это самая, сука, убийственная, блядь, фраза, блядь, во всей песне. То, что они все собрались, блядь, чтобы церковь разломать, вот, блядь. Какой пиздец кощунство, можно сказать, блядь. Это же вообще полная охуеть. Они там собрались и угорают. Один на гитаре шпарит, другой, блядь, тушенку хавает. Третий трос привязывает, короче, какие-то бар... Какая-то бригада бар, зондер-барды какие-то. Барды зондер-СС, короче, через черточку. Так, карательный отряд бардов такой опасный, короче. Один на гитаре, другой, блядь, тушенку хавает. Третий спирт прет. Четвертый трос привязал, а пятый за КамАЗом, за рулем, короче. Трос привязал к кресту и дергают, короче. Дальше. Как отблеск от заката костер мисс сосен пляшет. Еще вообще, это вообще, как отблеск от заката, костер меж осен пляшет. Это вообще, это уже какой-то, это уже называется, короче, это уже другая картина, это уже, ну, ближе к лету, костер-то уже пляшет, а, ну, мы выпили-то уже не одну баклаху спирта, уже и костер пляшет, и там, и Олег Митяев там пляшет, и все, короче, остальные, вся банда их не пляшет, между сосен. Ты что грустишь? Грустишь, бродяка, а ну-ка улыбнись. Это вообще полное, это вообще... Это, короче, ну, блядь, это пиздец, это полное. Ты что грустишь, бродяга, а ну-ка улыбнись. Это вообще уже что-то из разряда про шансонщик. Они там уже нахуялись и, ну, бычку друг на друга прут в лесу там вообще. Ну, пока костер горит, короче, вот. Ну, они друг друга бычат. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Кто-то близкий, там, друган-братан, короче, это. Он скажет, короче, то, что это... то, что, короче, тема такая, блядь, то, что, братан, ты да не выебайся много, блядь, ты бродяга все-таки, блядь, или черт позорный вообще. Будь пацаном, короче, там, все такое, блядь. Вот, дальше, все, да-да. И все же с болью в горле мы... Тех сегодня вспомнить, чьи имена как рано сердце запеклись. Это, короче, про тех вообще, кто... Это про тех, про ту боевую отряду бардов, на кого упал, короче. Это вот как раз, это уже относится к тем, кто участвовал в первом куплете. Про тех, кто участвовал в первом куплете, кто громил церковь. Все же с болью в горле мы тех сегодня вспомним, чьи имена как рано мы сердце запеклись. Мечтаем их песнями, каждый день вздох напомню, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Короче, тема была такая, то что, ну, а это песня про первый куплет. Они, короче, дергали этот купол, блядь. Купол этот дергали, а купол-то вот, ну, не 10 грамм весит, и он пизданулся на всю эту бригаду бардов, которую церковь ломала, блядь. И все их, блядь, все накрыло, блядь. Вот, и дальше вот такая вот, ну, вспоминаем, короче, изгиб гитары желтый, обнимаешь нежный, и все, короче, вот оказывается, что было на самом деле, про что песня, вот, если хотите, можете про Донбайский вальс еще прислать, еще текст, но я вам тоже еще обсужу, еще растолкую, что почем, вот. Дальше тут вообще идет адская садомия, например, в этом, в чате, вот, что там творится, блядь, кто какие песни пел, а кто такой Щерс, это вообще... Полный щерс какой-то, да? Вот. Дальше. Что там еще будет? Панки живут, курят и пьют, засирают повсюду, рэперов бьют. Но это по-любому. Если у кого тоже есть эта песня, давайте присылать, я могу ее тоже поставить, потому что, ну, песня козырная и не просто так. А дальше, короче, будет четкая песенка. Слушаем, я сейчас въебошу ее. Давайте. Поехали. There was me, that is Alex, and my three droogs, that is Pete, Georgie, and Dim. And we sat in the Corova milk bar, trying to make up our razoo docs what to do with the evening.
Вот сейчас была песня Ultra Violence, она посвящалась тем бардам, которые громили церковь, бля, и занимались карательными всякими действиями, бля, адскими, которых в итоге просто придавило этим куполом, вот. Такая вот фигня. Тут сейчас пошло обсуждение Олимпиады, в общем-то. Я Олимпиады за Олимпиадой не слежу, не знаю, что там происходит, короче, потому что вообще, ну, полностью как-то вообще, ну, не знаю, мне как бы вообще не интересно там. Вообще как, ну, скучно это дело, Олимпиада вообще. И у нас скоро, у нас, между прочим, пройдет там какая-то тоже, блядь, полуолимпиада, полухуй, пойми, что-то в 2013 году будет какой-то проходить ад там, типа Олимпиады, что-то, значит, на... Короче, вот, короче, будет такая тема, то, что, ну, блядь, какие-то там вообще адские вещи будут проходить, строятся сейчас, блядь, эти стадионы, блядь, хуёны и все вот такое, в общем, и, короче, будет, ну, будет тотальный какой-то праздник, будут все веселиться, строить какие-то дороги, мосты и еще всякие поебни, короче, вообще. А, Универсиада, бля, о, да, мне тут надо сказать, что будет универсиада, но в 2013 году, ну, вот, то, что приеду тут, будет всякие отмуглы, ну, вот, я думаю, что опять начнется забирание людей просто так в милицию, там, вообще, все такое, короче, полный ад. Помню, короче, перед тысячелетием, там, меня какие-то милиционеры просто так забрали, то, что я, короче, ну, что-то угорал по поводу, там, того, чтобы искупаться в фонтане, там, или еще... что-нибудь такое. Что-то из-за этого забрали, оказались это милиционеры вообще из какого-то другого города, они сюда приехали работать там. Ну, так, короче, они ничего не сделали, даже штраф не выписали, отпустили это. Все было перед тысячелетием. Вот, и такая вот фигня. Вот, такая вот как тема. Второе, это, оказывается, универсиада, это второе после Олимпиады спортивное событие. Вообще, блядь, что Олимпиада, что и Олимпиада у нас это будет в 2014. Вообще, еще, это еще более хлесткое событие, но вообще тоже какой-то провал, блядь. Сейчас там начнется, там, в Сочи, там, это от мглы, блядь, тоже уже, или уже начался, блядь. Вырубает там, пиздец, леса, блядь. И вообще, ну, блядь, ты же постоянно что-то там на жилье слышал, понимаешь? Вообще, нахуй ненужное, короче, дело это, блядь, Олимпиада и универсиада, что тут будет твориться ближе к 2013 году, вообще просто, блядь, это будет на торе пиздец. Полный при том, блядь. Я думаю, короче, полное это, блядь. А, Мишу Кругу, раз, два, три по почкам. Я хочу, конечно, поставить. Сейчас, если я найду на дисках, то я, конечно, поставлю, потому что у меня где-то Мишки Круга, тут где-то диск лежал под рукой, MP3. Я не... охота, конечно, поставить, но сейчас, подождите, надо найти, короче, диск, потому что, блядь, я, блядь, тоже фанат Миши Круга большой. Миши Круг, конечно, это отдельное дело, но могу еще поставить какой-нибудь еще хлесткий трек, если хотите, потому что у меня, ну, есть тут немного там в запасе несколько хлестких треков, которые просто, ну, на ура, думаю, среди всех, и каждый от них фанатеет, вот, так вот. Так, дальше что? Какие еще новости вот последних событий, короче. Да, молодцы. Олимпиаду, универсиада. Это вообще правильно, молодцы. Вот. И, блядь, нахуй не надо вообще эти универсиады и вот эту всю поебню, блядь. Вообще какая-то хуетень, блядь, полная. Так, если кто, я говорю это, пишите вопросы, короче, я отвечу, кому что надо, блядь, что да как там, как, все такое, я отвечу, а сейчас будет еще одна песня, пока вы там, у вас созревают в голове вопросы и прочая хуйня, короче, я поставлю музло, давайте, поехали. Okay, we're rolling, you can play. Die!
so fucked. Know where the action is. Fucking you to tell me who my friends are. No, I never leave you. No, I never leave you. Вот, сейчас была такая замечательная песня, тут что-то вообще начинается вообще адское месиво опять в чате, в общем-то, ну, это прогнозировалось уже, обычно именно к этому времени начинается месиво, там, начинает писать, это, в общем-то, адские новости, угары какие-то вообще, ну, отлично, молодцы. Вот, сильно не дебошите, потому что мало ли что может случиться. А, я нашел какой-то трек сейчас тут замечательный, поэтому вот... Ну, скоро его поставлю, а пока сейчас еще что-нибудь расскажу вам интересное, бля, из жизни отдыхающих, например, вот, перед тем, как, вот, например, мы дико угораем в последнее время, там, нас нашли отличное место, если кто хочет, пусть туда приходит, в общем-то, это место называется, в общем-то, ГТС. Ну вот, вы там дико тусим, например, поэтому подходите, кому что-то интересно, есть какие-то вопросы, в общем-то, подходите туда, обговорим, в общем-то, и, ну, в общем, поговорим. А сейчас будет еще одна четкая песня, которую я приберег на одни из последних скорых моментов. Обычно мы в это время вот ставим, короче, самые жаровые песни, вот где-то вот именно с этого времени, поэтому погнали. Слышал этот разговор, хочу заметить, кстати, я не тот есть вор, кто сумку спер, а кто живет с понятием. Закон старинный, воровской для вора, как религия, суров, как разговор мужской, но дорог, как реликвия. Отец про зону вспоминал, забыть ее нельзя ему. Вор кумбовьями заправлял, давал совет хозяину. Умел он стрелки развести, банк сорвать при случае. Короче, был всегда в чести, носил одежду лучшую. А вор звучит порою, как укор, но лохам понять не суждено, что, порядок весь не от ментов, он давно ворами заведен. А вор звучит порою, как укор, но лохам понять не суждено, что порядок песни от ментов, он давно ворами заведен. Но
Изменились времена, ушла одежда вольная. Повсюду форма введена, а воры недовольны ей. Они к поверке не встают, ведь это дело мужиков. А капку им в барак несут, хоть до столовой 100 шагов. Ворам работать западло, живут на зоне принцами. Но могут, раз на то пошло, сидеть в ШИЗО за принципы. Сейчас работы в зоне нет, и это вору не с руки. Его и это не секрет, всегда кормили мужики. А вор звучит порою как укор, а ну лохам понять не суждено. Да чтоб порядок весь не от ментов, он давно ворами заведен. А вор звучит порою как укор, а ну лохам понять не суждено. Да чтоб порядок весь не от ментов, он давно ворами заведен. Слышал этот разговор, хочу заметить, кстати, я не тот есть вор, кто сумку спер, а кто живет с понятием. Закон старинный воровской для вора, как религия. Суров, как разговор мужской, но дорог, как реликвия. На молодежь гляжу с тоской, понятия меняются, и даже титул воровской порою покупается. И чтоб закончить разговор, сказать хочу опять я: того зовут в законе вор, кто не придал понятия. А вор звучит порою как укор, а лохам понять не суждено. Да чтоб порядок весь не от ментов, он давно ворами заведен. А вор звучит порою как укор, а лохам понять не суждено. Да что порядок весь не от ментов, он давно ворами заведен. Ох, вот так вот сейчас тут в чате такое происходит, что просто полный хой и садомия, потому что, короче, такая вот, я узнал, теперь всех вас раскусил, потому что вы все теперь не панки, а, в общем-то, все фанаты, короче, зоны, короче, бутырок всяких и, в общем, прочей садомии, потому что, блядь, вот такое еще познание шансона еще никогда не видел там. А вот, кстати, у Ивана Кучина у меня есть песня хорошая, там «Человек на питболе» или просто «Зиган». В общем, я думаю, каждый слышал, такая дичайшая просто песня. Просто, ну, блять, в натуре гимн. Я помню, короче, когда, короче, блять, сейчас помню, какой-то же год был. Ну, короче, первая поездка наша в Ижевск, и там, представляете, короче, проходил, оказывается, ну, в этот же день, или на день позже, бля, проходил концерт Вани Кучина. Такая была розовая афиша, короче, такая, на такой, ну, на эмо-лад такой. Ваня Кучин, походу, это, ну, такой стал, бля, походу, таким фанатом, короче, эмо-бойство такое. Ваня Кучин там ударился в эмо, там, и я сорвал эту афишу и ходил, короче, рекламировал то, что скоро будет концерт Вани Кучина. Все идите, там, и дико кидайте козу, короче, за него, потому что Ваня Кучин — это не шутки. Я вот тоже, даже когда вижу, когда иду по базару, там, по какому-нибудь, или, короче, или где там, я вижу, когда кассеты Вани Кучина, но смотришь так на кассету, и прям, ну, тебя страх нагоняет, видишь всю прям тюрьму там вообще, весь такой ад, который там происходит даже. А если, представляешь, еще так кассету вставить в магнитофон, там, начать слушать, что будет происходить, я думаю, там вообще весь покроешься плесенью, там, и это у тебя там, на тебе окажется там какой-нибудь, этот, внутри такая олимпийка, там, или что там, какая-то такая матерая трехполоска, там, такой, ну, а там вообще еще там много же таких шансонье крутых, там вообще, ну, просто люблю тоже такую тему, там, типа, заходишь в какой-нибудь там блатной магазин, там, типа, Союз или что, и всегда иду, короче, к прилавку, где шансон, потому что там все, и
То есть, ну, 90% дисков, то, что на них изображен, короче, либо мужик такой матерый какой-нибудь, в рубашке такой крутой там, какой-нибудь, или полубичевом свитерке таком, или волки по-любому, там волки должны быть, пачка Беломор там, или какие-нибудь, и у них такие, или какой-нибудь мужик в затемненных очках таких, чуть-чуть затемненных таких, здоровых таких затемненных, или в пиджаке там, в каком-нибудь, такие самые козырные, короче, такие вообще, ну, все диски, короче, все изображения альбомов у них на один лад. Вот. Дальше тут вообще идет полное, короче, такое этот, блять. Давай по мазе разотрем. Давай по масти лучше, или по мазе. Вот. Давайте, ты без базара, в общем. А где Вася? А я ему, он написал мне то, что он в кино, в общем, и не сможет прийти сегодня. Поэтому я сегодня один, короче. Поэтому я говорю вам, вы не шансон обсуждаете, а пишите мне вопросы, я вам отвечу на них. Могу что-нибудь ответить там, ну, чё почём там, чё да как там, кому могу там по фене там что-нибудь там рассказать суровое там, жизни там что-нибудь такое, вот. Там, да. А Катя Огонёк же, она говорит, умерла, да? Вот. Ставь для пацанов душевные песни, что сердце щемило вообще. Вера Огонёк. Блядь, чё, давайте, ну тогда ладно, блядь, вы меня уломали, блядь, поэтому я вам какой-нибудь сейчас шансон еще врублю, такой тоже суровый. Ну, я думаю, сейчас включу такую, одну из суровейших таких матерейших песен, потому что... Блядь, у меня что-то там со связью наябывается. Вот, поэтому я сейчас что-нибудь поставлю из шансона. У меня тут, короче, что-то все тормозит, полный ахуй какой-то, вот. А, как тебя на хату пацаны принимали вообще, это вообще, короче. А, бля, вот это, вот, молодцы, что вы мне напомнили. Короче, расскажи про парня в Кирове на Челси. В общем, стоим, прикиньте, на вокзале и видим, короче, то, что у одного парня прическа Челси, представляете, где такие залысины, такая челка, короче, бля. И представляете, стоит полный вокзал людей, и 20 из них в углу просто стоят в тотальнейшем угаре минут 20 подряд. 20 человек, 20 минут просто стоят и угорают, короче, представляете? У него заебатый, короче, ну, Челси, короче, так залысины такие, залысины, и спереди челка такая свисает, бля. Я говорю, смотрите, нет, сначала кто-то заметил, смотри, говорит, какая у нее козырная прическа. Я говорю, смотрите, у нее Челси, бля, и все как выпадут сразу, моментально, короче. А кто-то даже сходил и спалил, действительно ли Челси у него или нет. И говорит, да нет, вы что, у него же не Челси, бля, у него просто челка, бля, это просто видеть надо было. Такой 20 человек стоит и угорает, и он просто не выкупает то, что над ним угорает, короче, бля. Это вот. Дальше, короче, что еще? Рассказать, вот тут просят рассказать про зэков, короче, на вокзале перед отъездом. Там вообще это отдельная история, это видеть надо было, как, в общем, выгоняли всех из автозаков. Из-за этого поезд затормозили на несколько, короче, там, минут или там 20 минут. Один, короче, зэк, которого выгоняли из поезда, из автозака, был похож, короче, на Панкрата. Я говорю, смотрите, Панкрат выгоняет, бля. Ну и, короче, что-то их этапировали там или что-то делали с ними. Фиг пойми, короче. Сейчас будет такая оголтелая какая панк-рок песня, а потом будет, короче, какой-нибудь шансон. Поэтому давайте, короче, слушаем. No, you don't.
Короче, вот сейчас, а следующая песня, она будет вообще дико в тему, потому что я недавно узнал то, что, короче, меня скоро уволят, в общем, из панк-рока за то, что я сижу, ну, за то, что я лавочник, пидор, и, короче, вообще алкаш полный, вот, и за то, что я сижу на лавке и лузгаю семечки, и пью, наверное, баллоны пива, короче, меня собираются уволить из панк-рока вообще раз и навсегда, и поэтому я, наверное, скоро вообще стану каким-нибудь вообще, ну, другим там, таким, ну, стану таким, трудким пацаном, короче, буду слушать, наверное, скуплю все кассеты с шансоном, куплю 10 mp3, поэтому все, короче, я алкаш, пидор, короче, я вообще не официальный человек, поэтому давайте погнали, следующая песня про, ну, вообще, наверное, про меня, короче, в скором будущем, поехали. Известные, мы городские местные, мы лучшие в районе пацаны. И если делать нечего, мы с пацанами вечером на лавочках во дворике сидим. Мы курим лет с 15, не носим фраги, галстуки, и дома вечерами не сидим. И в темном переулочке, насвистывая мурочку, мы девочек в обиду не дадим. Промчались годы грешные, и мы уж посидевшие в аптеках за пилюлями стоим. А во дворах по-прежнему все так же, как и прежде, мы с девчонками гуляют пацаны. Я заметил, что вы эту дико закатировали эту песню, потому что, ну, в натуре такая четкая песня, думаю, про нас, про всех четких пацанов, которые сидят на ловусиках, лузгают семена, в общем, семена подсолнуха четкие, пьют дешевый пивас, например, из баллонов, вот, это, ну, такая четкая песня про лавочки, про девочек, там, про телефончики, короче, там, что-нибудь играет, там, в темных переулочках, там, кого-нибудь настигнут, там, вот, в общем-то, ножичком чик-чик, там,
Вот, белые кроссовочки, что-то такое. Такая четкая песня. Я думаю, уже тоже можно сочинить пару шансон-песен. Или уходить в бардизм, или в шансонизм, что-нибудь такое. Вообще уже меня скоро уволят, потому что... Я думаю, что я буду четким шансонье, обреюсь на лысо, куплю себе крутую, в общем-то, телагу такую четкую, на нее там нашью, там телага, там слева от нее нашью крокодил, чтобы было, в общем-то, чтобы понимали четкие пацаны, что я, ну, ничего не от всего ушел, нашу туда крокодил слева, такого чекого сумачного крокодила на телагу, так, или сзади там напишу, там, короче, что-нибудь там, или нарисую там же слева просто венок, короче, что-нибудь такое, такая ровная телажка у меня будет в кипарике таком четком, в тренечках там, аудасе там таких ровненьких, и в туфелях, в четких туфеля по-любому должны блестеть вообще, вот. Буду с Беломоркой, в общем, петь песни, короче, такой, четкие песенки такие, оп-оп. И у меня, ну, я буду, короче, петь только, если я буду петь, короче, шансон, то я буду его не петь не под акустическую гитару, а под вот, ну, такой в натуре, в стиле такого самого матерого шансона, там будет такая гнилая драм-машинка, короче, так и короче, что-нибудь там, и эти клавиши. На клавишах я играть умею, потому что я умею еще играть умею играть на гармошке, поэтому на клавишах мне будет не стоит особого, короче, труда сыграть эти замечательные песни. Я буду петь что-нибудь такое чик-чик ножичком, чик-чик имперочка там ножичком, там что-нибудь такое, там такое или ровное там, вот. Ну, тут просто еще шансона, это без проблем, я сейчас врублю какую-нибудь четкую песню, потом еще поставлю несколько шансон-песен, и в конце, короче, моя там, ну, традиционная рубрика там, я недавно скачал мощнейшие, короче, треки, я вот поставлю, короче, что-нибудь из них, так что давайте слушаем сейчас, я думаю, вот сейчас будет точно гимн, но все его знают, и все его поют просто наизусть, стоя у компьютера, потому что давайте, погнали. Пёс, ты давай-ка послушай сюда, сука, о том, как реальнее стать, ёбана, и что вообще делать надо, чтобы не жить пидором в муках. Послушай сюда, короче, ты меня на, как превратиться из пса ебаного в реального пацана. Реального пацана. Много реальных пацанов во дворе тусуется, но гораздо больше лохов ебаных. Эта телега родилась на улицах города, в метакварталах. Пацанчики слагали эту легенду годами, хранили ее в головах убитых, жили по понятиям, мочили пидоров хитрых. Знавал я пацанчика одного, с виду простого, в кожанке и тришках китайского покрова. Ну хули пацан да пацан, много таких на улицах бродит. Но однажды он так окучил ебаного урода, так нереально быстро и круто. Пес ебаный тюлей попутал. Будь пацаном, вывози за базар. Будь пацаном, реально, братан. Будь пацаном, будь пацаном. Будь пацаном, камон. Будь пацаном, вывози за базар. Будь пацаном, реальным, братан. Будь пацаном, будь пацаном. Будь пацаном, камон. Ага. Пацаном реальным будь. Будь пацаном. Будь пацаном, сука. Сука, будь пацаном. Реальным пацаном. Пацаном будь, ёбана. Не будь, сука. Будь реальным пацаном, а не псом, ёбана. Ага. Ну чё, блять, слушай дальше. Мою историю без рифмы и фальши. Слушай, как поднимаются люди. Реально идут к своей цели. Они лежат, как хуй на блюде. Короче, тот браток, который красиво кекса окучил, попал на зону, но пальцы не крючил. А тот кекс наоборот завернул ласты, ну и пацанчика приняли менты-пидорасы.
На зоне пацанчика жизни учили и пытались выебать. Но пацан не промах, ему удалось все выдержать. Заточку на станке пацанчик выточил и в почку зарядил выскочком. А так как пацанчика выебать хотела вся зона, теперь у них всех по одной почке ебаные гандоны. Будь пацаном, вывози за базар. Будь пацаном, реально, братан. Будь пацаном, будь пацаном. Будь пацаном, камон. Будь пацаном, вывози за базар. Будь пацаном, реальным, братан. Будь пацаном, будь пацаном. Будь пацаном, камон. Ага. Пацаном реальным будь, yeah. Будь пацаном, yeah, yeah. Будь пацаном, сука. Сука, будь пацаном. Реальным пацаном. Пацаном будь, ёбаный. Не будь, сука. Будь реальным пацаном, а не псом, ёбаный. Ага. Шли годы, у пацанщика авторитет рос. Пацана стал бояться на зоне каждый ёбаный пес. Он стал разводящим и рулящим темы. Кому-то решал, а кому-то создавал проблемы. Короче, к моменту его триумфального откида его стал бояться даже директор тюрьмы, гнида. Он вышел из зоны и поехал домой к маме. А маму какие-то псы захуярили ногами. Он начал пробивать, выцеплять тех пидоров конченых. И чё оказалось, это были те суки с зоны однопочечные. Он стал выцеплять их по одному ежедневно. Он стал вырывать кадыки грамотно, невъебенно. Он убивал их голыми руками, обоссал и поджег их из-за любви к маме. Он властвовал, но власть его грусть не покроет. И пацанчик озлобился, любого пса уроет. Он ходит ночами и ищет лохов ебаных взглядом. Он беспощадно пидоров мочит трясущих рваным задом. Карает всех за пороки по всем понятиям. Но ты имей в виду, сука, он является моим приятелем. Короче, если ты пес, сука, хочешь быть таким же, как этот пацанчик, тебе надо уебать кого-нибудь, чтобы отправиться на зону, не иначе. И когда ты закончишь эту школу жизни по всем реальным понятиям, тебе будет похуй на все твои бывшие увлечения и занятия. Ты будешь реальным и дерзким, как тот пацан. И о тебе тоже будут слагать телеги, братан. Братан. В общем-то, короче, последняя песня была сейчас. В общем, я заканчики, я пошел дико спать, потому что я дико устал сегодня. И вообще дико не до угара. В общем, давайте всем спокойной ночи, всем, кто слушал, спасибо. Я дико пошел на боковой, в общем, пойду ебнусь в тряпки. В общем, сейчас будет еще одна последняя песня, как обычно бывает. Так что слушаем, и я пошел в отруб. Derdeler yaşıkken şaşık
birler derezinde. Onda durmuş onda yaşav, kaynattıra bugün de. Duğan öyün tükürüne, kuydum tükerek üstten. Sireli bezeci yaro, tüge bereket üstten. Şakırlarını Ütgen eni bu üyde Kırış bulurga üredik Bana yer bizde Ulan üyüdük dürüne Uyudum tügere güsten Bir eli bizi ciyar ol Üge bereket üsten Russian vodka.